Добрый вечер. По вашему поведению сразу видно, что пробки в Москве суровые, поскольку все телефонные линии уже приятного малинового цвета с элементами цветов побежалости. И тем не менее, напомню, телефон нашей с вами обоюдолюбимой радиостанции 65 10 99 6. Также есть возможность связаться со мной через смски 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробел, либо просто зайти на сайт Финам.ФМ, найти рубрику «Экипаж», программу «Экипаж», задать вопрос. Там, кстати, есть несколько любопытных вопросов, на них отвечу. Теперь о главном. Итак, вчера были подведены итоги продаж АЕБ, очень рискованные, на мой взгляд, для русского уха сочетание буквы «Е» и буквы «Б». Тем не менее, АЕБ, приглядывая за нашими вожделениями, порывами и поступками, определило, что в упорной борьбе с Европой мы взяли второе место. Итого у России второй рынок по новым автомобилям после Германии. Немцы в ушедшем году купили себе 3,8 миллиона автомобилей, мы 2,9. Это очень неплохой показатель. Он говорит о том, что как нами не манипулируй, как над нами не издевайся, мы все равно будем покупать автомобили. В этом отношении у нас довольно интересная программа, очень близкая, как это не печально, как это вот грустно не прозвучит, тем не менее, это довольно близкая программа поведения к стадному стереотипу, когда очень хочется. Хочется любой ценой. Обратите внимание, что произошло. Мы с вами установили абсолютный рекорд продаж новых автомобилей за всю историю существования России, Российской Федерации, Советского Союза и Домонгольской Руси. Вместе взяты. Так много новых машин мы не покупали никогда. То есть чуть-чуть нам не хватило до 3 миллионов. Мы обошли англичан, французов и итальянцев. Мы практически подпрыгнули до немцев, хотя у них, конечно, на лимон побольше. И это все при том, что машины подорожали очень сурово. Они дорожают у нас всегда, причем дорожают они абсолютно беспричинно. Но это проверка нас с вами. А вот если мы вам подкинем еще немножечко стоимость, вы будете покупать? О, будете. А мы еще подкинем. Ну-ка, ну... Отлично, ребята берут. А мы сейчас, кстати, вам возьмем и придумаем какой-нибудь очень неискренний, очень лукавый термин, например, такой. Бюджетные автомобили. И это подразумевает, что, ну, машинка-то, конечно, может быть и неплохая, но поскромнее, чем у всех остальных, у более приличных людей. Но цена-то как бюджетная. У нас ведь слово «бюджет» — это такой легкий символ нищенства. Бюджетная машина — это вроде как машина для бедных по доступной цене. Какой ценничек? Сколько там? Сколько? Ничего себе, 345 тысяч на старте за реально неплохой автомобиль, сделанный специально для нас, Renault Logan. И тем не менее, это бюджетно. А все остальные, которые по полмиллиона, полмиллиона это бюджетно? А 600 тысяч за машину класса, аналогичного нашему «Запорожцу», и тем не менее, в очереди полгода на нее стоять, такая как «Солярис», например, и это бюджетно? И вот при всей этой дороговизне мы с вами покупаем. Мы с вами очень хорошо кормим наш государственный бюджет, потому что вы знаете, что больше половины денег машины, проданные на внутреннем рынке, произведенные за пределами нашей страны, уходят через таможню и акциз в карман государства. Все остальное в виде налогов тоже кормит наше государство. И цены растут, а мы с вами в своем вожделении никак уняться не можем. Тем самым, вот этот весьма коррумпированный, монополизированный и не в нашу пользу настроенный автомобильный рынок мы провоцируем на дальнейшее отношение к нам без должного уважения, и мы четко даем понять, мы готовы автомобили покупать по любой цене. Старожилы — это те, кто, наверное, моего возраста, помнят, что когда к нам официально на рынок пришла машина под названием Chevrolet Caprice Classic с ни много ни мало, но шестигоршковым мотором, так вот, в топовой комплектации эта машина стоила 23 тысячи долларов. Сейчас 23 тысячи долларов у нас стоит, ну, какой-нибудь там простенький незатейливый агрегат, унылый, как штаны пожарника, свидетельствующий о неудаче в биографии человека, либо просто о определенных неурядицах данного этапа жизни, как таком, как Toyota Corolla. Вот Corolla столько стоит, а раньше Каприз Классик. А помните, когда в Москве отремонтировали Пассаж Петровский, там первый дилер Honda явил миру свое улыбчивое лицо, и продавалось две модели Civic и Accord. Civic стоил 15, Accord стоил 18 тысяч долларов. 18 тысяч долларов стоила двухлитровая машина. Можно было прийти, забрать практически из салона, на ней уехать. Это была очень неплохая выставочная площадка. Две машинки красного цвета. Вы цены-то эти помните? А помните, почем продавался Peugeot 406? И вообще вот Peugeot, когда к нам пришел, когда был еще великий Арманд. Мы говорим Арманд, подразумеваем Peugeot. Мы говорим Peugeot, подразумеваем Арманд. И вот эта фирма продавала машины, и она была первой, кто сказала, ну вот дороже 25 тысяч долларов за Peugeot 406
просто нету. Но не бывает она на нашем рынке. Причем те, кто знает инвойсовую стоимость, 11 тысяч. Вот за 11 тысяч эта машина ушла из Франции, доехала до нашей страны, была уже с учетом прибыли бренда, то есть фирмы Peugeot, которая произвела, нам отдана за 11 тысяч, все остальное наше государство, и тем не менее 25 был ее потолок. Что мы сейчас можем купить с вами за 25? Вот последними честными машинами по своей цене были чехи, корейцы и немцы. Opel Vectra покидал наш рынок на стартовом рубеже 21-22 тысячи долларов. Chevrolet Epica, если помните, ее рублевая цена была 675 тысяч, а у нее, между прочим, стоял под капотом шедевр, рядная шестицилиндровая установка. Это потрясающе. Двухлитровый рядный шестицилиндровый двигатель. Он мог быть и в версии 2,5, а на старте он был двухлитровый. Мало кто знал, причем уже стоял поперек. То есть поперек машины между двумя арками стоит двигатель двухлитровый, в ряд имеющий 6 цилиндров. И это все же за 675 тысяч рублей. Вот это было честно. Притом 675 это уже на излете. В основном машина продавалась в том числе за 635 тысяч. И здесь она впрямую конкурировала с Солярисом. Сам по себе Солярис неплох. Но Солярис за 630. И Chevrolet Epica, машина класса D, то есть на две ступеньки выше, за 630. И тем не менее мы Эпику с вами не любили и не брали, и провалили ее продажи. А Солярис с воплями больше трех в одни руки не давать. Больше 200 тысяч машин за два года с момента, как завод построили, пустили, наладили, и он теперь делает действительно неплохие машины, мы с вами употребили. Мы своим поведением безудержным провоцируем рост этого рынка, и самое главное, мы провоцируем стоимость автомобилей. Ведь сопоставляя наш рекорд 2008 года, когда мы с вами купили почти столько же, там, ну, расхождение небольшое в копейках, то есть 2,9 миллиона автомобилей, почти 3, мы купили в 2008 году. Тогда доллар сколько стоил? 23. А сейчас мы с вами купили столько же, при том, что машины подорожали в 1,5-2 раза, и доллар у нас с вами 30. Мы потратили в несколько раз больше на то же самое количество автомобилей. Мы сделали этот бизнес еще более прибыльным, при том, что об этом никому нельзя говорить, это страшная коммерческая тайна нашей страны, но автомобильные дилеры у нас банкроты. Это несчастные фирмы с несчастными наверху генеральными директорами, на которых мы смотрим с завистью, переходящей в легкую ненависть. Белая рубашка, казенная машина, галстук, одутловатое лицо и вообще очень приличная визитная карточка. И это человек, который руководит обанкротившейся фирмой. Банкротить ее нельзя. Банку она должна уже столько, что, скорее всего, даже не должник, а партнер. Это такая вот особенность нашего бизнеса. Когда ты должен миллион, то ты должник. А когда ты должен 100 миллионов, то ты партнер. И уже с тобой делать ничего с тобой не поделаешь. И получается, что единственный, кто всерьез выиграл от всего этого, это, конечно, государство, которое играет не на нашей стороне. Хотя и мы с вами тоже выиграли, поскольку хоть и переплатили, но поехали на приличных автомобилях. Машинки неплохие. 166-е постановление о промсборке заставило здесь очень серьезно пустить корни пятерых серьезных взрослых игроков. Большие заводы, планы по 300 тысяч в год. И на будущий год нас в этой связи ждет стагнация нашего рынка. Поскольку, что бы мы там ни говорили, но 3 миллиона – это наш предел. Многие закладывались на безудержный рост. И вот когда открывали заводы и шли на поводу у товарища Путина, это постановление 166 о промсборке в одностороннем порядке, переписав задним числом, они полагали, что в год по миллиону наш рынок будет прибавлять. Где-нибудь 3 миллиона сейчас, возможно, в 2013 году будет 4, потом 5 миллионов, потом 6, потом 7. Ну, видимо, так мы должны были в этих смелых подсчетах дойти до 100 миллионов, чего, конечно же, не бывает. Нет, все, даже самые оптимистично настроенные, полагают, что 2013 год – это год стагнации, при том, что у нас же были очень дорогие кредиты, мы с вами эти машины брали по чудовищной ставке, и банки по сию пору не улыбнулись нам во всю широту своих возможностей, и хотя 42% автомобилей взято в кредит, здесь тоже намечается предел насыщения, то есть больше, наверное, мы не осилим вот этих 42% кредитных автомобилей. И рекорд, который бы согрел нас и позволил выйти на уровень, превосходящий Германию, рынок по привлекательности номер один, мы сделали Германию, ура, ура, догнали и перегнали в 4 миллиона, это несбыточная мечта.
но и нынешние цифры, конечно, хороши. Теперь у нас формально появился повод объявить себя самым перспективным рынком, потому что у нас рост, у немцев падение. У немцев 3 миллиона 820 тысяч – это их предел, а у нас вроде как еще есть перспектива. И в инвестиционном отношении мы, конечно же, молодцы. Одно пожелание ко всем нам. Давайте не будем столь безудержными в своем стремлении к новому автомобилю. Давайте все-таки заставим играть с нами по-честному. Потому что дилеры, как бы не были они банкротами, они по сей пору нам не друзья. Представительство нам не друзья. И машины покупать втридорога – это абсолютно неправильно. Перерыв на новости. Телефон нашей с вами любимой радиостанции 65-10-99-6. У нас Дмитрий на связи. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей Степанович. Поздравляю вас с возвращением в полноценный вечерний эфир. Спасибо, дорогой слушатель. И позвольте сразу быть эгоистом. Пожалуйста. Присматриваюсь к машинке Mercedes R350, не новой. Что сказать в целом о машинке и какие болячки у нее могут вывести после 150 тысяч пробега? А вы ее где будете брать с таким пробегом? Ну, постараюсь найти в Москве. Верю, что чудес не бывает. Ну, вот если вы вдруг найдете машину, у которой на спидометре честно нарисовано 150 тысяч, то, наверное, это повод для того, чтобы подарить бутылку шампанского владельцу. В остальных случаях спидометр, конечно, скручивают. Сама по себе... Я готов к этому. Морально или материально? В обоих направлениях. Тогда правильнее покупать новую «Эрку». Хоть она и стоит... Ну, так, если вы готовы к подобным невзгодам, в том числе материально, тогда имеет смысл купить новую машину. «Эрка» ведь она замечательная, она просто смотрится как крокодил, через которого танком переехали. И поэтому ее дизайн не способствовал. Была бы красивой, простили бы цену, но она и дорогая, и странная. И вот сейчас после рестайлинга, да, ну наконец-то. Но «Эрка» сам по себе аппарат гениальный, абсолютно. Я не знаю особо болезненных мест, вот таких ярко выраженных косяков у нее, но она не востребована рынком по совокупности двух минусов. Внешность не удалась, да и ценничек не радует. Ценник на новую 2750 на входе, по-моему, безумно дорого. Да. Вот, по поводу внешнего вида мне она показалась изумительной. Я планирую на следующей неделе где-нибудь его увидеть вживую и обладать со всех сторон. Ну, это правильно. Когда нравится, тогда тем более надо брать. Ну, кстати, а вы вокруг Мерседеса ходите, потому что верите в эту звезду? Тогда, может быть, имеет смысл Виана посмотреть? Он за Лимон 700, Лимон 800 будет дизельный на автомате, полноприводный, с тремя рядами сидений. Так, если я правильно помню, «Эрка» тоже дизельная, но там у нее идет PowerShift, полный привод, дизель. Трехлитровый на 220, по-моему, 4 лошади. Да, но вы выбираете в таком случае среди подержанных, а можно за гораздо меньшие деньги, либо сопоставимые, взять новую машину с гарантией у дилера. Мне жена не простит минивэна такого. Мы еще готовы уйти в кроссоверы, немножко четырехколесные, но минивэна... Не знаю, ну, за идею спасибо, я... Гляньте его, и, кстати, ведь есть еще сопоставимый аппарат у Volkswagen, тоже полноприводный автобус, он смотрится не таким угловатым ящиком, но «Эрку», если найдете, я просто не верю в то, что вы найдете эту «Эрку» в достаточном качестве, я боюсь, что она будет уезжена, и, скорее всего, это будет машина из Америки, то есть у нее будет биография по «Карфаксу» внятная, а после этого уже непонятно что. Александр у нас на связи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Сергей. Говорите. Очень приятно до вас дозвониться второй раз. А мне так приятно, что вы до меня дозвонились второй раз. Ну, я тоже хочу быть эгоистом. Давайте. Знаю ваше отношение к вторичному рынку автомобилей, но все же интересуюсь Акурой RDX. Ух ты. Да, знаю, что скоро будет официально продаваться в России. Да, мы на это надеемся. RDX какой? Последний или какой-нибудь 3-4-летний? Они там ведь рестайлинг учинили, машинка сильно видоизменилась. Честно говоря, не нашел особых различий, кроме радиаторной решетки. Ну, там по чуть-чуть, конечно, добавили. Вообще, я вот наблюдал за одним RDX в течение, наверное, где-то 4 лет. Хозяин у него был человеком размашистым и измывался над машиной как мог. И в результате убить он ее был просто не в состоянии. То есть, что... Даже турбин.
Да, вот что он с ней делал, единственный косяк, который у него всплыл потом, это было по коробке. То есть, если по трассе ехать где-нибудь так 180 и попытаться сделать 200, то вот тут коробка начинала упираться и терять передачу. А даже мотор у нее выдержал, и даже подвеска у нее выдержала. И при том, что пытливые русские люди туда многократно лазили с паяльником, чтобы адаптировать Америку под Европу, тем не менее аппарат выдержал. Все-таки Honda, если бы не ее высоко задранный нос, то по всему остальному, по технологичности, по умению инженерно мыслить, они ведь молодцы. Они же делают не зря очень интересную технику. Просто жадность их губит, и в нашей стране поэтому они отпугивают клиента. У них падение продаж настолько позорное, что, по-моему, проще уже забыть о существовании России с такими ценниками. Но RDX, тем более для американцев, для предвзятых, они хорошо постарались. И моторчик замечательный, и ведь туда же в салон, ну, и мешки с картошкой помещаются. Потому что если вы найдете неубитую машину, опять-таки, что вряд ли, то будет вам счастье. И вообще, в принципе, вы какое-то время еще покатаетесь таким вот первым парнем на деревне, на которого все показывают пальцем. Антон, здравствуйте. Сергей Степанович, здравствуйте. Здрасте. Очень рад вас снова слышать в эфире. Слышал вас на маяке порядка 2 лет. Очень-очень рад. Спасибо. И я тоже рад. Вот, я хотел спросить, купил буквально недавно, 2500 километров назад, Fiat Leon 1.2 МКПП. Больно ценник был, приятный, не удержался. Вот вопрос, меня ждут ли проблемы с турбиной, и стоит ли ее охлаждать вообще, вот, после какой-то езды? То есть стоит ли быть вам турботаймером? И покрутить мотор. Да, всегда чуть-чуть стоит, потому что в этот момент немножко маслица лишнего бросается на подшипники, что никогда не вредно. Сама по себе машинка очень неплохая, и вам, наверное, дилер шепнул нежно на ухо, что на весь гарантийный период за вами, если что, приедет бесплатный эвакуатор, не дай бог, что случится. Да. Поэтому, в принципе, вот на тот период, когда болезни вылазят какие-то, вы, в общем-то, имеете гарантированную безопасность, а дилер за вами будет ехать в том числе и в Сибирь, и в глушь, в Саратов, если надо. Сам по себе аппарат, ведь по подвеске он интересный, рулится он очень неплохо. По салону, вот то, что лично мне Seat не нравится ни в каком виде, в данном случае не умаляет достоинства этого автомобиля. Его затачивали под темпераментную езду. Но это же Golf 5-й. Это, конечно, гольф творчески переосмысленный с элементами 6-го, 7-го, 8-го и даже 12-го гольфа и с испанскими нюансами по сборке. Но самое главное, вот когда концерн Volkswagen пытался развести идеологически, вот у него практически 3 одинаковых ребенка. Все трое хорошенькие. Это сам непосредственно Volkswagen, это Skoda и Seat. Нужно было придумать какую-то разницу. Со Skoda начали играть при сопоставимом качестве в другую цену, чуть-чуть дешевле. И, собственно, на этом подорвали продажи Volkswagen. А Seat'у потыкались и сказали, а, все-таки он у нас южанин, он у нас такой горячий парень Camaro, пусть носится колбасой. И начали ему делать поострее руль, поострее подвеску, пожестче, поспортивнее. И в результате вы получили машину, которая по темпераменту, по точности управления, она гольфа превосходит. Не, ну я не жалуюсь. А да. Масло не будет TSI? Не должен, и если будет, то это, что называется, персональное невезение данного автомобиля. Потому что это не те всяевские моторы, которые жрут подло. Этот нормальный, он скромняга, и тем более, не забывайте, 2500 обкатка. Вот сейчас вы закончили обкатку, уже можно ехать менять масло вместе с фильтром. Я решил до трех доездить, выше трех не крутить. Правильно. Антон, вы молодец. То есть вы очень трепетно относитесь к технике, грамотно ее обкатав, есть шанс, что у вас и кольца не залягут, и сальники у вас будут держать. Ну, а то, как у них реализован клапанный механизм, в общем, не всегда провоцирует на масляный голод. Сам по себе аппарат достойный. И вообще, в принципе, если бы Seat в нашу страну зашел так, как от него и ждали, скромненько, с аккуратной ценой. Вот как Skoda это сделала. Пришла Skoda, практически Volkswagen, но они сыграли точно ценой. Они сначала заставили народ полюбить и поверить, а потом уже стали поднимать ценник. Seat пришел сразу и сказал, здравствуйте, вы не знаете, как меня зовут? Нет, я крутой испанец. Я настолько офигительный, что вы должны за меня платить, как за настоящего. Но в результате довольно мало людей поняли вот эту вот игру. Денис у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Казани.
Ух ты! Да. И как предыдущий слушатель, вас слушаю также давно. Спасибо. И сейчас пришла моя очередь покупать автомобиль. И хотел бы планку вашу немножко опустить. Да, автомобиль 2007 года хотел купить, приобрести. Ford C-Max. S-Max или какая буковка? C-Max, C-Max, понятно. Как вы думаете, стоит ли брать 2007 года, и какие могут быть проблемы с эксплуатацией дальнейшей? Денис, а вы его берете из знакомых рук или просто на рынке, потому что нравится машина? Сейчас просто на рынке, и как бы еще никаких предложений не было, но вот так, просто выбираю... Наиболее скрученный спидометр, грамотно завуалированный. А мотор 1.6 или какой? 125, механика. Ага, понятно. Вообще, вы на заднем сиденье посидели в этой машине, вы посмотрели вот эту трансформацию, когда там средний ряд туда убирается, сюда убирается, она становится четырехместной, пятиместной. Вот вы с этой задачей справились, логистической? Нет, я просто у друзей посмотрел, мне понравилось, и у меня маленький ребенок есть. Угу. Я думаю, для семьи это мой первый автомобиль, хочу сказать, и думаю, что как раз он подойдет для моей семьи. Денис, а друзья, когда свой C-Max продают, тот, который вас так влюбил? Ну, у них новый C-Max 10-го года. Может, подождете еще годик-другой? Потому что есть шанс, что папу ребенок будет видеть в очень неестественной позе, торчащем из-под капота, если папа купил на вторичном рынке эту машину. Их было мало, особой причины для продажи этого автомобиля нет. Вот получается, что ей 6 лет, и эти 6 лет... Как прожила машина, непонятно. Если вдруг вы там увидите на спидометре меньше 90 тысяч, значит, он точно скручен. По идее, за 6 лет у этой машины пробег должен быть больше 100. Но в силу того, что мало, вы ограничены в выборе. То есть их будет 3 на весь рынок. Да. И все 3 будут со скрученными спидометрами. Вот в чем проблема. Правда. Это правда, да. А скрученный спидометр означает, что предыдущий владелец сэкономил на замене ремня ГРМ, на техническом обслуживании, и он вам подсовывает ее как 90-тысячную, а, например, ремень у него уже на подходе, и у вас встреча клапанов неизбежна, и вы рискуете тем, что получаете капремонт мотора. Либо сразу превентивно меняете половину, то есть, причем ремень ГРМ вы меняете вместе с роликами, с натяжителем, а там у фордовцев у них всегда есть парочка нюансов, и вот во все эти нюансы вы, потратив практически все деньги, вторгаетесь по новой. Вот в чем проблема вторичного рынка. Перерыв на новости и на рекламу. Телефон любимой радиостанции 65 10 99 6. Несколько сообщений прорвалось альтернативным способом по поводу круза в кузове универсал. Не подумайте, что имеется в виду Toyota, это имеется в виду Chevrolet Cruze, кузов универсал. Что вы можете сказать об этой машине, спрашивает меня Олег. Машина задумана неплохо, мне не нравится то, что она не очень универсал. У нее сзади мало места. Если, например, вы повезете собаку, собака не поместится. Ей нужно будет голову прятать куда-то там в районе живота. Если много сумок, то, в принципе, получается, что универсальность этой машины сводится к тому, что сумки вы кладете в тот же самый горизонт, который бы положили, если у вас был бы просто обычный седан. Они сделали достаточно красивую машину. Она очень эстетичная, с хорошей аэродинамикой, с неудачным, по-моему, углом наклона заднего стекла. В результате они выиграли во всем, кроме грузоподъемности. Если вы хотите машину, которая повезет много, далеко и желательно целую семью, то это Skoda Octavia, потому что большего ящика, чем у Octavia, еще поискать. Хотя сам по себе Cruze очень неплох, тем более он сейчас вот рестайлинг прошел. Вопрос от Дмитрия. Что вы думаете о Jeep Patriot, о Jeep Compass и вообще о марке Jeep? Планируются не очень экстремальные путешествия типа Крыма и тому подобное. У джипа одна неприятность. Он сдохнет. Он так сделан, будто на живую нитку. Это знаменитое американское крайслеровское качество. Сейчас оно как раз подвергнуто ревизии и аудиту под натиском итальянского качества. И те люди, которые очень неплохо делают макароны и пиццу, причем макароны они в основном вешают на уши, сейчас вторгаются в производственную культуру марки Jeep и вообще всего концерна Chrysler, пытаются сюда принести свои высочайшие европейские стандарты, благодаря которым сами итальянцы накрылись медным тазом вместе со своей Италией, сейчас закрывают заводы, и у них там куча проблем из-за этого. Jeep, он легендарный, он великолепно смотрится на лужайке перед домом, но если вы собираетесь куда-то всерьез на нем ехать, его нужно не просто готовить для этого, его нужно перебирать, при том, что у них очень много конструктивных нюансов, которые, с одной стороны, казалось бы, машина классная, и люди, которые делали
большие хорошие джипы, в вашем списке, кстати, их нет, потому что ни Патриот, ни Компас к этой категории не относятся, но что Гранд Чероки, что Ренглер, они понимают, они знают толк во внедорожной езде, и Рубикон, и по блокировкам, и по геометрии они готовили очень серьезно. А если вы конкретно под маркой джип подразумеваете Патриота и Компаса, что, кстати, одно и то же, одноплатформенная машина, то предыстория возникновения совсем удручающая, потому что это 9-й Лансер, накрытый другим кузовом на полном приводе. К джипу имеет приблизительно такое же отношение, как мы с вами к балету. Хотя, вполне возможно, Дмитрий, что вы, например, балерун Большого театра. Но я точно не балерун, к балету отношения не имею никакого. Патриот и Компас — это такие проходные модели, которыми была попытка заткнуть нишу в расчете на то, что все вокруг идиоты. Выяснилось, что не все и не вокруг, и сами по себе машинки, они тщедушные и слабенькие, и это... Просто не джип, это обычные кроссоверы. Если вы хотите куда-то поехать, например, в Крым, вам подойдет любая легковая машина. Причем вы, наверное, знаете этот старый закон. Если вы хотите пойти далеко, то вам нужна машина длинная. Чем длиннее машина, тем выше у нее плавность хода. Поэтому для того, чтобы проехать в Крым, ну, раньше ездили на запорожцах и на москвичах, потом на жигулях, потом начали ездить на волгах. Для того, чтобы до Крыма доехать, подойдет, в принципе, любая машина, начиная от Соляриса. Но вот именно Патриот и именно Компас я вам не советую, потому что проблемы, которые эти машины вам преподнесут, тем более без сервисной поддержки на территории нашей страны, они отдых очень сильно портят. Мой первый автомобиль был УАЗик. На нем я познавал азы вождения. Затем с неба упал ко мне в руки Тигуан на автомате. Тигуан исчез. Сейчас глаз положил на Nissan Juke 1.6 на ручке, передний привод. Что плохого ожидать от этого автомобиля? Бюджет до 800 тысяч. Заранее спасибо, Павел. Павел, сказка будет продолжаться. Juke позволит вам очень хорошо жениться на прекрасной царевне, потому что вы будете один такой мальчик на деревне, который катается на автомобиле со столь ураганной внешностью. Вполне возможно, что и красавица со временем исчезнет и превратится в довольно толстую и странную тетку, но на первых порах будет все очень здорово. Сам по себе Juke — это двухместная четырехдверная машина. Сзади у нее очень-очень условное что-то такое, подходящее для хранения ноутбука. Сам по себе агрегат едет классно. Жаль, что вы не позволяете себе в смелых мечтах, продолжая сказочность существования, опробовать полный привод Juke. На полном приводе это ураганная машина. По секрету вам скажу, даже я с удовольствием купил бы себе этого кракозавра на полном приводе, потому что фантастически интересно едет, тем более у него там в приводе две муфты сзади. Это очень редко. Сергей, добрый вечер, мне 25 лет. Стоит ли покупать Е-класс за 1,5 миллиона? В особой серии или дождаться апрельского рестайлинга? Там движок поменялся 1,8 на 2 литра. Скидки, я думаю, останутся. И как вам рестайлинг? Сейчас BMW 525 в 60-м кузове. Это Александр. Александр, получается, что вы перебежчик. Вы хотите от клана BMW перейти в секту Мерседеса. Ешка за 1,5 миллиона – это хорошее предложение. Вот сейчас как раз распродаются последние четырехглазые, и есть возможность очень неплохо взять в неплохой комплектации машину, которая при всем при том, даже вот устарев буквально через 3 недели после покупки, останется еще очень даже вожделенной многими и всегда найдет спрос на вторичном рынке. То есть если надоест вам, то вы от нее прекрасно избавитесь, при том вы никому не скажете, что купили за 1,5 миллиона, поэтому продадите ее где-нибудь за лимон 600, лимон 700. В этом отношении, да, пожалуй, имеет смысл. Чем хороший рестайлинг? Рестайлинг хорош тем, что устранены все косяки. То, что на инженерном языке называется «подобрали сопли». Не верьте, когда вам говорят, что Мерседес абсолютно безгрешен, у него нет. У него бывает такой насморк, что даже движки клинит, не говоря уже о коробках и отваливающихся на ходу колесах. Но после BMW Мерседес, если это первый в вашей жизни переход с BMW на Мерседес, Мерседес вас в чем-то разочарует и во многом поставит в тупик. Если у вас есть шанс оставаться на BMW, в секте, в этой закрытой секте поклонения баварским моторам, это было бы правильно. А если вопрос стоит просто так, 25 лет, хочу поиграться, за 1,5 лимона, Е-класс, берите, вы абсолютно правы, это очень достойный аппарат, тем более на Мерседесе. Покажите мне, кто вас ткнет пальцем. Никто не ткнет вас пальцем, все будут говорить, что вы молодец. У нас Антон на связи. Здравствуйте, Антон. Андрей, Сергей. Говорите. Вот у вас было такое интересное первое вступление, которое довольно тоже разделяю. Мне, кстати, вот интересно, какой процент наша столица занимает в этом, в этих 2,9 миллионах?
продаж автомобилей? Столица каждый год потребляет не больше 300-350 тысяч. Емкость московского рынка где-то ограничивается, вот самый максимум, это 360 тысяч новых автомобилей в год. Все остальное вторичное. Да, поэтому когда говорят и о том, Петербург, что... Петербург и Москва, да? Петербург, конечно же, еще меньше. И когда нам все говорят о том, что все москвичи живут на Красной площади с видом на море в Сосновом Бору, ездят на новых Мерседесах и живут в пятикомнатных квартирах, это не совсем правда. Тем более, что вот по статистике Москва, например, стоит на пятом месте среди городов России по плотности автопарка. Первым у нас идет Владивосток. Москва только пятая. И вот наши 300-350 тысяч. В этом году мы где-то 349-351 тысячу новых автомобилей употребили. То есть, в общем-то, немного. О миллионах речи нет. Ну да, я думал, это наша Москва, как и говорит, раздутая от нефтедоров, накупала сколько. Но при всем при том, Антон, никто не знает, сколько жителей в Москве. Ведь нам, когда рассказывают на полном серьезе о том, что по результатам полностью провальной, позорной переписи 12 миллионов обнаружено москалей, ха-ха, три раза. У нас вообще-то по милицейским протоколам и прикидкам социологов порядка 22 миллионов. А тогда какой самый покупаемый регион в нашей России? По новым автомобилям? Да. По новым автомобилям самый покупаемый — это Москва. Потому что здесь, в одном городе, мы сразу берем оптом 350 тысяч автомобилей. То есть все такие, они равномерненько так распределились, да, между такими миллионниками городами. Города-миллионники охотно покупают новые машины, и вот пока никак не может произойти уход в провинцию. Никак. Хотя провинция, к счастью, тоже переходит потихонечку то под натиском, то ввиду хорошего длинного рубля, то по разным другим обстоятельствам с правого руля на левый, даже за Уралом. Но, тем не менее, Москва, конечно, лидирует. Ну, с другой стороны, тогда, может быть, тогда и не так уж и плохо, что так наши люди любят покупать столько машин, сколько зато работы всем остальным. Да, автомобильный сектор, конечно же, он очень привлекателен. Меня просто всегда очень огорчает несправедливость. Я не люблю, когда вот мы, казалось бы, со всей душой и с нашим кошельком, а нам в результате говорят, ну а что вы хотите? Ну, бюджетная машинка. Ну да, ну а как еще тогда? По-другому тогда никак. Государство, если ему выгодно, так оно и будет отлоббировать политику. Никто это не будет менять. Всем, наоборот, тогда это выгодно от этого. Так что... Здесь что поделать? Придется развести руки и попытаться на этом тоже заработать. Да? Как уж неприскорбно это звучит. Да? Ну да, почему в нашей стране коррупция непобедима? Потому что любой борец с коррупцией первым делом думает, ну, сейчас я тут заработаю. На этом месте. Поэтому, конечно, да, у нас есть определенные трудности. Но, знаете, когда вы говорите о том, что остается развести руки, ну, не всегда имеет смысл разводить руки перед какой-то патовой ситуацией. Хотя здесь... Получается, что мы в качестве оппонента имеем государство. Это серьезный оппонент. С одного укуса он никак не берется. Но заставить его соблюдать в том числе и наши интересы иногда обществу удается. Значит, это глобальная задача. Это глобальная задача, конечно. Это задача, с которой некоторые социумы пытаются что-то сделать десятилетиями. А потом получает Египет в результате. Андрей на связи. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Я стал слушателем вашей передачи. Меня интересует ваше мнение про машинку Opel Insignia. Замечательная машина. А вы полноприводную или переднеприводную? Так, у меня переднеприводная машинка, но как бы хотел купить полный, но как бы в наличии не было. Но не дождался бы я полгода. У вас седан или вагон? Хэтчбэк. Хэтчбэк. И как, у вас какой рост, если не секрет, Андрей? Что у нас? Рост какой у вас? Вот мне интересно, вы сзади помещаетесь? У меня 1.75 метра у меня. Я помещаюсь, да. Еще довольно-таки места много для меня, по крайней мере. Да, ну вот я 1.82 метра, я сзади в Insignia в распор, как брус безопасности встаю. Меня это очень огорчает, потому что мне Insignia нравится, и мне, в принципе, нравится, какой идеологический рывок Opel сделал именно на этой модели. Они пошли не по виткам эволюции, а прыжками через несколько витков. Потому что Insignia, она на несколько параметров, на несколько ступеней выше, чем Вектор предыдущая. Ваш сколько пробежало уже, Андрей? У меня сейчас она пробежала 82 тысячи. Полтора года вот езжу на ней, и как бы вот в разуме, какие мне ждать от нее сюрпризы? Никаких. А почему от нее должны быть сюрпризы? Никакого подвоха здесь нет. Она до 150 у вас добежит вообще без вопросов. Может еще подсказать, вот навигация у нас есть, когда машину покупал, в автосалоне сказали, что в Европе, если машинки бегают, то указывается, там пробки отображаются. У нас Россия, страна, конечно, отсталая, и пробки эти не отображаются. В связи с чем это вообще у нас?
Недостаток оборудования в стране или что это такое? Это все сразу. Не каждый навигатор поддерживает эту функцию. Потом эта функция туда заводится. Ну вот у нас же есть отдельные навигаторы, которые показывают пробки. Просто инсталируют. Через интернет только они берут информацию и передают. А здесь как бы доступа в машинке через интернет нету. Не только через интернет. У нас есть у Гармина несколько моделей, которые показывают пробки, исходя не из интернета. У Гармина эта технология существует. Это не очень широко представленная линейка гарминовских аппаратов. Но инсталлировать это в машину, что называется, руки не дошли. Вот у предыдущего же поколения не было ни одного USB-разъема, а у вас же в Insignia уже USB-разъемы наверняка есть, и Bluetooth-протокол тоже есть. А у Vectra этого не было. И хоть рыба об лёд бейся, а нету. Просто в следующем поколении этого автомобиля уже будет, я очень надеюсь, и какой-нибудь активный круиз-контроль, и прибор ночного видения, как на Мерседесах S-класса, запрещенный в нашей стране, ввиду того, что позволяет увидеть слишком много на дороге. И в том числе поддержка вот этого протокола, показывающего пробки. Но машинка замечательная, да. Да, подскажите, у меня супруга недавно права как бы получила, и мечтает о машинке Peugeot 308. Как бы сам на тест-драйв брал. Не берите. Но он под мой стиль вождения не понравился абсолютно. Нет, не надо, не берите 308-ю, погодите, сейчас будет масса других интересных машин на рынке, в том числе от французов. Со вчерашнего дня у нас на сайте висит вопрос, который мне покоя не дает, так же, как и слушателю, задавшему Алексею. Здравствуйте, Сергей. По вашим предыдущим отзывам об оппозитном двигателе Subaru вы говорили, что он фу, тупиковая ветвь развития, ну и так далее. Но ведь вершина эволюции Porsche тоже ставит оппозитное двигло на свои авто, и от этого не становится хуже. В чем же подвох? Подвох вот в чем. Подвох в том, что фирма Subaru, к сожалению, послабее будет. Вот самым, как ни странно, парадоксальным, но тем не менее однозначным примером тому, что такое тупик эволюции, служит подход Alfa Romeo. Alfa Romeo ведь тоже раньше играла в оппозитники. Вспомните машины 80-х годов, вот, например, 33-я Alfa. Это же потрясающий мотор. Оппозитный четырехцилиндровый мотор объемом 1300, мощностью 95 лошадиных сил. И все это в сочетании с задним приводом, с потрясающей управляемостью. Это был очень интересный автомобиль. В какой-то момент они пришли к тому, к чему приходят все и к чему пришла сейчас Subaru. Вот на тот момент Alfa Romeo поняла, что разрабатывать подобные двигатели — это очень сложно, очень дорого, и что самое главное, ведь что подталкивает большинство фирм к прогрессу? Почему они постоянно эволюционируют, почему на смену одному мотору они приводят другой? Потому что экологические нормы ужесточаются, потому что потребление топлива должно быть снижено, а выдох автомобиля должен быть безопасным для человечества. Тем более экологи, вот эти вот зеленые вперемешку с голубыми, они ведь достаточно часто серьезная политическая партия во многих странах. Хочешь не хочешь, послушаешься. И вот Alfa Romeo, прекрасно понимая, что они идут по тупиковому пути и денег у них на все не хватит, перешли на обычные моторы. И тем самым они попали в мощнейшую унификацию. У них есть возможность, если они хотят, взять дизель от любого другого автомобиля, например, от Renault, потому что нормально стыкуется с коробкой. Они могут взять всю фиатовскую линейку своих моторов. И в этом отношении у них очень удобно, очень здорово получается решение любой насущной задачи. И Subaru сейчас, она именно в этом тупике и оказалась. Они до последнего пытались доиграть в эту игру. Вот посмотрите на Форестер предыдущего поколения с мотором 2.0. Этот мотор загнали в экологические стандарты Евро-4, намекнув, что он даже Евро-5. Хотя, по сути своей, это тот самый мотор, который начинался с Евро-0. И вот сейчас экологическим ошейником они его удавили настолько, что эта машина ездит только ровно до тех пор, пока мотор не прогрет. То есть пока на холодном моторе смесь богатит, он едет нормально. Как только он прогрелся, все, он не едет никуда. И этот позорный двухлитровый мотор, он был блистателен, например, на Импрезе. Но это было 20 лет тому назад. Он очень неплох был на первом Форестере, но это было 15 лет тому назад. Сейчас он уже вчерашний день. Эти машины по вторичному рынку ходят, у них привлекательная цена, тем не менее, это чудовищное разочарование за свои деньги. И фирма Subaru, она подергалась, она попрыгала, она поняла, что деваться ей некуда. Она, если помните, была под крылышком GM, потом GM в кризис от нее избавился. В автономном плавании она не в состоянии была никуда приплыть, и она пошла под знамена Toyota, ну, взявшей ее и поддержавшей совместным купе. Но
вот Требека с хорошим оппозитником шестигоршковым, она ведь не зря снята с производства. Все, закончилась эта машина, в том числе по мотору, который тупиковый. И Subaru держится за свой симметричный полный привод, за свои оппозитники. И она не имеет свободы маневра. Она обязана из-за этого продолжать разрабатывать коробки, привода и в первую очередь двигатели. А что сделала та же самая Toyota? Им понадобился для Европы хороший дизель. У Toyota мозги свои есть. Но выгоднее взять и договориться с BMW. И они договорились с BMW, и теперь в Европу тойотовские машины пойдут с дизелями BMW. А что сделал, например, Nissan? Вот сейчас как раз в Детройте они показали новую свою модель, которая у них Infiniti Q50, она у них с двигателем от Mercedes. Потому что унификация. Зачем разрабатывать свой, когда есть хороший чужой? Subaru именно это и погубит. А Porsche... Эта фирма теперь уже совсем непотопляемая. Она самая рентабельная в мире, она самая прибыльная в мире фирма. И у Поршака, у него был такой трагический момент, когда 15-20 лет тому назад они решили сделать четырехдверную машину. Они ее сделали, нормальную, заднеприводную, классическую, вот по их меркам классическую, то есть в заднем свесе двигатель, но четырехдверную. То, что сейчас у них называется Panamera. Но они сделали это первый раз 20 лет тому назад. Они получили этот готовый продукт и не вывели его на рынок, потому что сказали, вы знаете, он получается дорогой по себестоимости, мы не можем его предложить, поскольку столько машины не стоят. Он очень дорогой. Он просто опередил свое время. И вот эту всю разработку свою они положили под сукно. И она у них вынырнула только сейчас уже на другом витке развития фирмы в виде Panamera. Потому что сейчас и ценник уже не зазорный, и уровень позволяет. Но уже тогда они понимали, что разрабатывать новую четырехдверную машину, а потом сунуть ее под сукно, да нам это по деньгам, да мы себе это можем позволить, тем более, что они ведь ближайшие родственники Volkswagen. Они родственники в смысле, у них хозяин общий, у них семья одна владеет. Это вот карманы разные, это как наш Билайн и МТС, пап-то один. Просто один карман справа, другой слева. И опираясь в том числе на финансовые потоки Volkswagen, они могли себе это позволить. Поэтому Porsche до последнего останется вот с этим тупиковым развитием. Инженеры будут мучиться, ведь это страшно тяжелая инженерная проблема. Компоновка, задний привод, двигатель в заднем свесе, либо двигатель в базе. Это очень тяжело, но это оттачивает мастерство, это обостряет разум, это позволяет каждую машину получать в статусе шедевра. Деньги на это есть. У Subaru денег на это нет. Вот, собственно, и в этом и вся проблема. И очень жаль, что фирма Subaru, она, к сожалению, ну, практически сейчас у нас с вами на глазах и на руках она погибает, и есть шанс, что еще чуть-чуть, и больше не будет. Знаете, много брендов уже закрылось, и Subaru тоже вполне может закрыться или накрыться медным тазом. Игорь у нас на связи. Алло, Игорь. Здравствуйте, Сергей. Здрасте. Приятно вас вновь слышать в эфире. И я рад вас слышать. Спасибо. Два вопроса, если да? можно. Значит, интересует Polo седан. Может быть, уже вопросы задавали, но тем не менее. Polo седан или что-то в этом классе. И Toyota Alphard. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее. А Alphard вы собираетесь купить, продав квартиру? Нет, просто очень интересная машинка, новинка на российском рынке. Ну, новинка, она относительная, она у нас уже целый год продается. Мы на нее все смотрим, нам очень нравится ее цена, мы понимаем, что это настоящее японское качество. После чего мы сразу понимаем, почему японцы в трудные моменты своей жизни предпочитают харакири. Вот потому что с таким ценником это абсолютно логично. Хорошая машинка, да, очень здорово. Приятно за того единственного покупателя, который купил один экземпляр, завезенный в нашу страну. А с Polo седаном с ним никаких абсолютно проблем нет. Ему в вину ставятся две вещи. Это прошивка ABS, которая имеет, к сожалению, очень странный перекос в сторону управляемости, а не остановки. Когда вы объезжаете препятствие, бьете в тормоз, она иногда распускает вам тормоза с тем, чтобы вы позволили себе объехать препятствие. Хотя мы, в общем-то, собирались с вами тормозить. И вторая, ну, такая легкая претензия. Если машину очень сильно загрузить, бабушка, рассада, картошка, она ложится на все четыре и тихонько-тихонько, как такса, скребется по асфальту. Это не совсем приятно. Сам по себе аппарат прочный, достойный, сделан интересно, и, на мой взгляд, это лучший преемник 99-й. Вот это такая пустота в душе. Мы так долго всей страной, мокрое крыло, длинный асфальт, девятка, потом 99-я, вот она уходит со сцены. Хотелось бы, чтобы пришло что-то на ее замену. Идеальная замена — полоседан.
Не согласен. Спасибо большое. Пожалуйста. У нас Егор на связи. Алло, Сергей. Здрасте, Егор. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот интересует Mitsubishi Pajero Sport. Ух ты. Да, сейчас езжу на Grand Vitara. И хочется что-то более внедорожное. Вот какие минусы, плюсы по сравнению вот трассы внедорожья? У Pajero Sport единственный минус – это дилерская сеть и стоимость обслуживания. Конструктивно эта машина сделана специально под нас. Ведь вы, наверное, помните эту историю. Фирма Mitsubishi, она довольно долго плясала с Мерседесом, она пыталась выйти на массу рынков, она проиграла Америку, она проиграла еще на других рынках существенно и сконцентрировалась именно на России. И в России, вот Mitsubishi, они в этом отношении абсолютные молодцы. Они начали заниматься изучением клиента, и выяснилось, что нам этот вот аппарат, переделанный из пикапа, в самую масть. Ведь это, собственно, именно под нас, этой машине, на следующем витке развития взяли и сделали задние дисковые тормоза. Потому что, ну, не понтово среди крутых ездить на машине, у которой сзади барабаны от грузовика. Хотя, казалось бы, кто на такие мелочи обращает внимание? Мы обращаем. Нам эту машину сделали. Сам по себе автомобиль, вот это именно та точка отсчета для нашего родного автопрома, на который нужно равняться. Очень жаль, что мы считаем это всего лишь навсего причудой японцев. Очень правильная машина, особенно с суперселектом и с блокировкой, принудительной блокировкой заднего межосевого дифференциала, межколесного дифференциала. Вот я на этих машинах, в том числе на совершенно неподготовленных, вот что называется, просто стоковая, на обычной резине, позволял себе ездить в краткосрочные такие ралли-рейды выходного дня. Не могу сказать, что меня позорно тянули на веревке. Машина готова к бою. Причем в сочетании дизеля и автомата. Очень хорошее сочетание. И когда вам кто-то говорит, что на бездорожье настоящий мужик едет на ручке, не верьте. Настоящий мужик, в том числе и Петрансель, и Шлиссер, они спокойно совершенно ездят уже на нормальных автоматах. Ну вот эта вот тема волновала, как вот автомат, потому что все, все машины с механикой. Очень хорошо. А на трассе по сравнению вот с той же самой Grand Vitara? Он держит дорогу, но у Grand Vitara сравнение в чем? У него плюс в том, что у него полный привод у Grand Vitara, 47 на 53 там идет деление дифференциала. Здесь вы можете, когда у вас совсем легко, сухо, чисто, спокойно перешли на задний привод и едете. Но в принципе Pajero Sport позволяет круглогодично, круглосуточно ездить на постоянном полном приводе. Дорогу он держит хорошо, и вот когда вы на дальнее плечо закладываетесь куда-нибудь там за 1000 километров от Москвы, нормально. Нормально, и спина не болит. Есть какие-то огрехи. Мне, например, постоянно вот эта дикая пластмасса, которая имитирует полированный алюминий, она бьет отсветом через лобовое стекло по глазам, и я ее либо тряпкой закрываю, либо черным фломастером закрашиваю, так вот глумливо. Багажник замечательный. Трансформация салона очень хорошая. Еще я не люблю кожаный салон. Я ненавижу кожаные салоны. Во всем остальном Pajero Sport — это очень правильная машина, и это постоянный упрек Форду. Потому что вот у Форда, например, у них есть Ranger, а еще у них есть Ford Everest, точно такая же машина. То есть накрытый кузовом универсал, гражданский пикап. Но к нам они его не везут. И это просчет. Вот Chevrolet они правильно сделали. Они сейчас сделали Colorado и Trailblazer. И это одна и та же машина, полученная из пикапа. То есть у Pajero Sport будет прямой конкурент Chevrolet. А пока он молодец, он один такой. После Grand Vitara это получается другой класс, более внедорожный. И вы в абсолютно правильном пути идете. То есть очень хороший у вас выбор. Спасибо большое, Сергей. Да, пожалуйста. Спасибо. У нас Николай на связи. Алло, здравствуйте, Сергей. Здрасте. Да, есть такой вопрос по поводу тойсайского движка на Шкоду Октавию. Да. Вот, у меня вот счастливый обладатель, да, 1.8 с автоматом, только шестиступенчатым, не ДСГ. Очень хорошее вот, сочетание. Слава богу. Пока было ДСГ, как бы отличная машина. Вот мне как раз с двумя детьми с таким багажником просто сказка. Да. Вот, но ДСГ боялся, потому что у брата, у него Йети, вообще считают, лучший автомобиль для Москвы, по крайней мере. Соглашусь. Вот, у него там, у него газонокосилка 1.2, но она к 30 тысячам убила, по-моему, с первой и вторую, которая сцепление там, он потом менял на 30 тысячах уже с его-то моментом. Позор, вот, да. То есть, что с ним делает, а? Позор. Что-то? Позор, когда ломается так быстро. Что с ним сделает 1.8, я даже боялся. Вот, собственно, вопрос по надежности именно у двигателя, вот. Вы не волнуйтесь, у вас очень хорошая машина с отличным двигателем. К сожалению, до свидания.